первый раз на море. Тут можно толкаться. Дим, ты должен поставить свою карточку куда хочешь. На этой линии ты что, не слушаешь? Это ограничение. Чем больше народу, тем больше становится. Чтобы куда-то ей пойти, ей нужно, чтобы было вот. Либо вот этот свиток, либо сундучок, либо вот этот камушки. На карточке вообще два знака. Ходить по диагонали нельзя. Но кроме таких случаев, когда, допустим, ты стоишь вот здесь, тут специально по диагонали можно так сходить. Откуда вы правила знаете? Мы играли. И правила смотрели, и играли. Тяните оттуда карту, там может быть что-то легкое, что-то тяжелое и лежит. Телепортироваться можно на свободный телепорт. Я могу либо сюда телепортироваться, либо сюда, потому что этот телепорт не занят. Телепортироваться, да. Если выпала вот эта фишка, то ты телепортируешься. По-хорошему, всем нам нужно пойти к этому столу. Не столу, не я хочу сходить вот на эту клетку. Два гоблина в одной клетке стоять не могут. Да. Я ходил, я выбираю, куда я толкаю этого гоблина. Назад, в ту сторону, с которой я пришел, толкать нельзя. То есть либо то есть прямо, либо по бокам. Делается один ход. А что ты не показываешь? Не тебе. Не понимаю, как ходить все равно. Допустим, у меня сундук и шарик, я вот, значит, мне вот сюда можно идти или вот сюда. Нет, ты по диагонали не можешь. Нет, ходить. Вот, раз-два. Шарик, это же любой ход. Да, ходить. Шарик любой ход. А нет, давайте, я все поняла, пошли. Первый шаг играет карту движения, второй тянет взамен новую из колоды. Точно так же, точно так же, как и мы. То есть вместо себя ты можешь пойти им. Да. Если у тебя у нас у людей все было точнее. А если на телепорте? В любом случае, если при телепорте, попадается вот эта или вот эта карта. Терлипорте. В любом случае, если попадается эта или эта карта, то ты возвращаешься сюда. И, кстати, извините, пожалуйста, еще. Это все только. Его движение тут же завершается. Я верил. Это как раз телепорт. Ты на один и свободно перемещаешься. Сейчас никогда. Так все-таки, че? Нет, там был неэффектно. Терлипорт. Ну вот, надо. А вот эта игра в таких случаях решает споры. Да, только надо прочитать правила. Почему по этим штукам? Я читала по правилам, он занимает 4 клеточки занимает, я читала сейчас. А он подумал и решил. Нет, 4 клеточки занимает, окей. Просто нужно одну из вот этих фигурок. Раз, два. Куда ты обратно вернулся? Ну как на телепорт. Не сюда же. Хочу сюда прыгнуть. На телепорт на другой. Ну вот, видишь. Дрить. Одни и те же карты выпадают. Если твоего гоблина толкают, можешь передвинуть его на любую пустую клетку телепорта. А ты, наверное, про себя должна читать. Ну как, я теперь ее толкать не буду, потому что буду знать, что она типа лабрадор. То а если ты вдруг забудешь, то я смогу на любой телепорт. Я пошу. А может дальше? Может два сходить. Передвинь Ригоя Мортиса на пустую клетку телепорта по своему выбору. Передвинь. Не можешь передвинуть, а давай делай, шевелись, ну, можешь передвигать. Вот я тебе говорю, выбирай. Сюда. А дальше приписочка. А можешь также тайно посмотреть, как же туда нельзя. Такая карточку я могу сыграть в любой момент. Да, в следующей игре. Нет, почему? Если попадется она еще раз. Представляешь ли? Так почему? Эту карточку я могу играть в любой момент. Сейчас все решу. Карточки держаются один раз. А? Один раз. Ну вот так я ее могу сыграть в любой момент. А, в смысле, не сейчас, а потом. Да. А, ну да. Ну сейчас-то надо передвинуть. А вы зачем? Передвинули? Ну так потому что ты уже посмотрел, значит, ты сыграл карту. Хорошо, я передвигаю его вот сюда. Отлично. Все. А что будет, если. Педик, если в телепорт прыгнет, что с ним будет? Нет? Он штрафы получает. Нет, штрафы не получает. На детскую книгу. Не стукайся подбородком от книги. Нет, штрафы вряд ли, мне кажется, телепортируются. Слушайте, я хожу. Давай. Я могу еще поднасрать Крадморту? Конечно, да. Конечно, смотри, конечно. Раз, два. И выбирай куда-то. А, ты сейчас не толкаешь. Это ты кому насрала? Дим. Тадынс. Штраф. Ты не толкнула? А ты... Нет, этого... ты теперь возвращаешься, выбирай, куда на свободу. Почему? Потому что ты с Крагмортом встретился. И он тоже, кстати, возвращается. Угу. Разве? А вот это нет, я не помню. Он остается на месте. Так, решили. Это он сказал, все. Он остается на месте. Просто в натуре остается на месте, потому что так будет побеждать. Ну, поинтереснее будет, если он будет оттуда каждый раз. Это просто по полю гуляет.
твои соперники выбирают фразу. Каждый раз, когда ты толкаешь чужого гоблина, выкрикивай эту фразу. Только не кричи. А если не выкрикиваешь, то он получает еще одно наказание. Расход. Но мне кажется, твои соперники выбирают фразу. Каждый раз, когда толкаешь чужого гоблина, выкрикиваешь. Мне кажется, давайте. Можно фразу. Писька. Давай писька. Писька. С писькой ты веселее. Но смотри, есть цепочка. Это цепочка. Если ты толкнул, ты говоришь куда? Сюда, сюда. Допустим, говоришь сюда. В очередной вход. Он говорит, что я ее буду сюда толкать. А она то же самое говорит, а я буду толкать обратно, допустим, сюда. Нет, я обратно могу. Нельзя. А, да, обратно нельзя. Я иду сюда. То есть вне очереди все это у нас вот так вот пойдет. Ну что ты сделала мной? Ты зачем походила? Того двинула. Алло. А я все мозги перекрутила. Думаю, куда мне деться? Ты вот тут стоишь. Прекрасно, что я там стою. Можно и не двигаться. На-на-на-на. А как же насчет чего я там загадала? Ты это сделаешь, что? Писька? Нет. Давай. Ты загадала мне письку, что и кричать. И такой, о-хо, он письку, кофе мне принеси. Не надо. Ты это сделаешь? А вот не знаю. Кто ты все не знал? Ближайший телепорт, да. И берешь карточку штрафа, не считаешь. Кто кроме мужа мог меня подставить? Ты должен все время стоять. Должна все время стоять. Отлично меня видно, да? А слышно, хорошо. Может, тогда поднимем камеру? Не, вот так я могу стоять. Какую? Позу ты выбрал. Хорошо, камеры сзади нет. Ой, какие карты у меня? Ой-ой-ой. Если тебе карта с таким же значком в левом верхнем углу попадется, то это скидывается. Вот у тебя нога нарисована. Если у тебя такая же карточка с ногой выпадет, то это меняется. Он за мной ходит. Я знаю пароль. Как стоит? Я знаю пароль. Вафапале. А мне нужно что, чтобы подойти до книжки? Любую? Тебе нужно любую карту, да. Только вот если сейчас два человека не толкнут Морта на тебя. Какие возможности? Ты должен вообще был брать эту книжку вонючую, потому что писька не сказала. Все время стой на одной ноге, согнув вторую в колени, можешь менять ноги. Вот. Поставил. Я к тебе присоединяюсь. Кто их поставил? А, ну подразумевается, что на столе играют, а не на полу. А где моя клетка была вот тут? Ну да. Уверен, что хочешь играть? Уже да. Уже да? Ну ладно, хорошо, отлично, я хожу. Когда это слово произносится, ты должен стукнуть локтем по столу, но только раз в ход. Это то, что мы тогда говорили. Например, ход. Твой ход. Да. Сундук. Если он провтыкает, он берет карту. Каждый раз, когда вы будете это произносить, не каждый один раз. Один раз. Вот, например... За все это время? Нет, за круг. Нет, какое слово? Нет, нужно часто использовать. Которое мы сейчас во время игры говорим, часто потому что он использует. Подождите, какое слово он не отгадал в той нашей игре? Такая злопамятная. Просто смотри, допустим, между тобой мы разговариваем, типа, я говорю, твой ход. Он, если это услышал, слово ход, давай рулет, может стукнуть. И если он не стукнет, он будет брать штраф. Ходи давай. Что хочешь сказать? Мой ход? Меня только не то вообще-то. Игру внизу, вам в самом деле так показывают. Знаете, я сейчас на камеру смотрю, там один я сижу и разговариваю. И с кем, короче, никого нет рядом. Я такой, твой ход, край. И серьезно, я там никого не видно. Из этого можно видео сделать, Дима полудурок. Кажется, я знаю, куда может пойду. Я знаю пароль. Такой разговариваешь с ним, разложил здесь 26 лет. Ой, ебаный, прости. Когда-нибудь ты забудешь это слово. И тогда вдруг из кустов выйду я и крикну «Твой!». Да, это мой ход. Твои соперники выбирают три слова, которые ты не можешь произносить. Твой ход. И еще какое-нибудь одно. Давайте нет. Он очень часто говорит нет. Нет. Да. Типа, нет, вот-вот, не так. Нет, твой ход. Твой ход и нет. Ты не можешь три эти слова произносить. Согласны? Да. Согласны? Все. А он не стучает, ничего не должен, просто. Нет, ну возьмет еще одну карту, типа последнюю. А, свою. То есть он просто не должен употреблять. Блин, не последнюю. Слова. Получается третью, да? Потому что у тебя поменялось. Ты сказал, что если берешь типа повтор,
то это уходит и берется вместо нее другая. Она меняется просто. Просто? Да. А я думал замена. Ну блин, ну читерно тогда. Что-то как-то да. Тут это твоя третья карта, теперь. А сейчас у тебя две. Можно сесть? Ты что-то хочешь сказать? Можно сесть? Я же не могу говорить. Можно сесть? Зажми эту карту на сгибе локтя, не даю. Ой, Андрей, от этого зависит много. Сейчас, если просто говорят, что нет, ты не прав, то ты проиграл. Зажми эту карту под мышку, не дай ей упасть. Угу. Подожди, еще не прочитай. Вдруг ты проиграл. Однажды, нюхая карты из своей настольной игры, я вдруг наткнулся на ужасно вонючую если карту. Если игрок вытянул карту с символом, который уже есть на его карте из пепеляющего взора, вытянутая карта, которая только что... отправляется под колоду и заменяется новой картой, тянется из колоды. Капиш, ты проиграл. Так повторяется до тех пор, пока не вытянет карту с новым символом. Если игрок получил 4 карты взора, он погиб. Все, ты погиб. Тогда игра закончена. Да. Ой, моя нога. Я не понял, а кто выиграл в этой? А у кого больше сундучков? У вас по одному. Ну, значит, у нас не ничья. Нет, смотрится тогда. Нет, у тебя два. А у меня 2 сундучка. А я ни один не взял. На третьем месте. Она на первом, я на втором, я на третьем. Да. Третье место, сундучки. Третье место. По-моему, это не Монополия, а Крагморт играет, который 40 недель.